Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Егоров Вячеслав, и это программа «Мужская компания». И сегодня мы опять по просьбам зрителей говорим о нерестовом запрете в Пермском крае. Ну как же без Пермского края? Я нашел на сайте Минсельхоза России приказ. Мало того, в другом месте я нашел редакцию этого приказа. Так что мы будем говорить о свежих документах. Напоминаю, я ничего не придумываю, я только лишь озвучиваю документы. Поэтому зачитываем нерестовый запрет в Пермском крае. Приказ Минсельхоза России от 18.11.2014 года за номером 453 об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в редакции приказа Минсельхоза России от 19.04.2016 года. Номер 153. Как я уже говорил, свежайший. Пункт 30.13. Водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского края. 30.13.1. Запретные для добычи вылова водных биоресурсов районы. В нижних бьефах Камской и Боткинской ГЭС на расстоянии менее 2 км от плотин. 30.13.2. Запретные сроки периода добычи вылова водных биоресурсов. Всеми орудиями добычи вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега, с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи вылова у одного гражданина. Этот пункт, вернее абзац в редакции, введенный в действие с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 2016 года за номером 153. Поэтому внимательнее с этим пунктом. С 1 мая по 10 июня в Воткинском водохранилище. С 5 мая по 15 июня в Камском водохранилище. С 15 апреля по 15 июня в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения в пределах административных границ Пермского края. 30.13.3. Запретные для добычи вылова виды водных биоресурсов. Кумжа, форель, пресноводная форма. Осетр русский. Таймень. Стерлядь. Быстрянка. Обыкновенный подкаменщик. Белоперый пескарь. Во всех водоемах. Хариус. В реках в окрестностях Перми, сазан в Камском водохранилище. Абзац в редакции, введенный в действие с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 2016 года за номером 153. Поэтому внимательнее, абзац отредактирован. 30.13.4. Минимальный размер добываемых, вылавливаемых водных биоресурсов промысловый размер. Запрещается при осуществлении рыболовства проводить добычу, вылов, приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение, выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину в сантиметрах, менее указанной в таблице 15. Жерех 40 сантиметров, судак 40 сантиметров, лещ 28. Внимание! Строка в редакции, введенной в действие с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 2016 года за номером 153. Лещ, размер его был отредактирован. Щука 32 см, сазан 40 см, сом пресноводный 90 см, хариус 18, раки 10. Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде. У рыб путем измерения длины от вершины рыла при закрытом рте до основания средних лучей хвостового плавника. У ракообразных путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. Добытые выловленные водные биоресурсы, имеющие длину, менее указанной в таблице номер 15, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
Пунктики были изменены, поэтому внимательнее, кто хочет, ознакомьтесь, либо еще раз послушайте ролик, пишите свои комментарии. С удовольствием ответим, разберемся. Встретимся на рыбалке.